Полиция как раз защищала, не давая никому пройти к Болотной, потому что все лидеры и все остальной народ, вот еще на тот момент, когда мы уже там оказались, тянулся просто прорваться на сцену. То есть они сцену заблокировали, не давая к ней пройти, потому что народ просто бежал к сцене, не знаю, за какими целями, кричать, вести народ куда-то или просто спастись от этой давки. Ну вот они заблокировали сцену, то есть у них был такой просто предмет, который важно охраняемый на тот момент был, да. Вот, и мы от этой сцены, значит, они нас загнали за сцену туда, там держали минут 10, не пропуская. В какой-то момент просто понесли с дубинками. То есть там было просто кошмар какой-то. Вот. То есть на людей, которые стояли неподалеку, неподалеку от сцены, да, на месте проведения. Да, причем проведения народ мог убежать, мог уйти, то есть там никто им в этом не воспрепятствовал. Но стояли, то есть принцип у них был, ну, вот стояли как бы на одном месте. И вот ОМОН просто понесся с дубинками. Я не видел, сколько-то этих ОМОНовцев было, но они просто дубинками по лицу дубасили. Женщин, то есть они не смотрели, вот стояли затылками, по башке дадут вот этой дубинкой. Вот кто, в общем, они не валяли, то есть не валяли их там, не били как-то. Они вот по дороге, вот кто попадался, вот сразу так дубасили. Вот, и, значит, сзади них подбежала еще одна колонна, снова взялась цепочку и вот нас вывела, в то время как спереди дубасили, а? Вытолкала, да? Да, вытолкала. Вот нас, значит, вот всех вытеснили, то есть вот, через какое-то время, то есть они это быстро очень сделали, за минут 5 нас вытеснили всех вообще. Куда, в какую сторону? На большой каменный мост. Большой камень. Всех просто, да. И, как бы дали нам дойти, почти мы дошли, точнее, до этого УВД. Нас начали, вот это вот, когда мы прошли полностью, вот эта цепочка замкнулась, вот так вот, они стояли, вот я говорю, с обеих сторон дороги, они вот так замкнулись, взялись и пошли нас вытеснять. Причем выхватывали, вот они некоторые... Это уже на полянке было? Цепочки, да, они выхватывали оттуда людей. И, значит, и сажали в автозак, не видел, сколько задержали, но вот... А что делали люди в этот момент? Люди, на самом деле, кто-то бежал, просто бежал, кто-то, наоборот, стоял принципиально, народ кричал, не расходимся, кто это кричал, там, к нему становились еще люди. Сопротивление оказывали? Нет, на самом деле, никто сопротивления особого не оказывал, ну, как бы там, на каком основании говорили, там, это, но понятно. Чтобы так вот упираться. Прям, а вообще какое-то физическое сопротивление на Болотной или где-то ты наблюдал? Вот на момент, когда вот я был, вот, то есть самый же скач, такой прям вот супер, я пропустил. Но вот я вернулся, вот когда вот дубасили дубинками, не было такого, чтобы... То есть, когда дубасили, уже не сопротивлялись? Нет, ну, видимо, ну, они, извиняюсь, хреначили так вот этими дубинками по лицу, то боль была бы, я думаю, важнее, то есть сопротивляться просто бы сил бы не осталось в этом случае, здесь плакать бы хотелось. Пострадавших просто. Видел? Вот я видел, да, двоих женщин, у них была вот здесь вот просто вот как текла кровь, я не знаю, откуда они текла, но просто такая струя красная, вот. Ну, я так понимаю, что это кровь, больше нечего было. Вот, они бежали, ватами протирались, у них все равно вот это текло, то есть это был, это вот их сразу же подхватил полицейский какой-то, молодой такой, повел, говорит, вам помощь нужна, говорит, не видите, что у нас здесь вот как бы... Я говорю, даже сама не вижу, что у меня там, это просто вот вижу, что у меня кровь течет. Он отвел их обоих бегом так вот в скорую помощь. Значит, переулками мы дошли до Новокузнецкой. То есть мы полчаса еще где-то ходили этими переулками народом, никого не задерживая. Спокойно дошли, за нами даже никто не следил. Дошли до станции метро Новокузнецкая, и там они устроили засаду. Площадь вот просто возле метро была пустая. И в какой-то момент они выбежали, просто автозака вообще не было видно. Они выбежали из каких-то... Ну, наверное, вот из-за... То есть Пятницкая улица проходит, они оттуда выбежали, и как бы... То есть все было пустое, они из-за метро выбежали и начали с этими дубинками, применяя их, вот бить... по почкам и загонять их всех. Автозаки подъехали как раз по Пятницкой улице с обоих сторон, перегородив движение. И вот они их всех, значит, туда людей затолкали. Так, хорошо. А за что, собственно? Что делали люди? Ничего, в принципе. Причем было все без лозунгов, без каких-то там... То есть просто шла какая-то большая группа шла людей, шла толпа, да? Да. Причем она здесь, да, она шла по перегораживанию движению. Вот, видимо, из-за этого еще. Ну, и им надо было, естественно, как вот эту вот массу гуляющую как-то угомонить.
какой-то там парень сидел, хотя я помню, что он, я не знаю, может, он действительно активист какой-то, но он пришел, вот я его лицо запомнил, он сидел на этой остановке, ждал автобуса, вообще до прихода активистов, я шел самый первый почти, я снимаю вот это все происходящее, шел впереди них, вот этой колонны, ну, вот этой, ну, как бы, толпы людей, вот, этот мужик сидел, я его запомнил. То есть я не знаю, его, ну, в итоге его просто задержали. Я не знаю, он активист, может, он тоже впереди пришел, как бы сел народ. Но я сомневаюсь, что это на самом деле так было, но вот он, тем не менее, его задержали, хотя он кричал, что я как бы никто, я могу свое удостоверение показать, ну, паспорт, что я сижу, жду просто автобус.